Всем привет, с вами Дэн. Мы продолжаем проходить Bishop Burial at Sea, эпизод 2. Мы находимся в Колумбии, наша цель — украсть из лаборатории Финка локон Элизабет, с помощью которого он настраивал соловья. Сушонок уверен, что это поможет ему решить проблему с настройкой больших папочек на маленьких сестричек. Очень глупая затея, с учетом того, что я играю за Элизабет, вполне можно было ограничиться своим собственным локоном. Я вижу там кучу народа, и с ним надо что-то сделать. Может их всех убить? Я знаю, я жесток. Можно было спокойно этого не делать. Летающая машина. Так, что выбрать? Нет, гипнотизер, конечно. Черт. Что меня радует, когда найдут тело Элизабет, их всех убьют нафиг. Забавно, но сейчас... Сейчас у меня кончилось действие гипнотизера. К этим броням надо еще привыкнуть. Очень-очень плохо. А все почему? Потому что я не умею играть. Да-да. Я не умею играть. В этом вся причина.
долгой жизни Дейзи. Так обычно говорили про королей. Хоть немного. Немного побольше. Здоровье. Мне нужна аптечка. Тиран. Somebody hide. Don't think you can hide from me. А мне нужна. Мне нужна аптечка. И соглядатай. Надо кого-нибудь тяжело бронированного переманить на свою сторону. Стекло везде. Там не аптечка. Крюк. Готов поспорить, что Логан находится. Жуй чайный пакетик. Мы ждем, когда он развернется. Ну же, хватит курить, займись полезным делом. Отправься патрулировать. Да, молодец. Еще теплый. Образец волос. Здесь есть еще и третий этаж. Супер. Супер, суперей не бывает. Медленно восстанавливаем здоровье. Слишком медленно.
местечко. Да, лучше использовать однозначно. Дверь должна быть закрыта все время. Механик напоминает комнату, в которой делали большого папочку. Они меня увидели. Ну что? Время. Не хватает Евы слэш солей. Как завалить пятерых чуваков, когда есть всего два, ну, четыре патрона, причем два из них шумные. Это я зря. К черту скрытность! Не получилось. Попытка номер два. Давайте, идите сюда. Нет, они... Очень плохо, потому что я отстойнейше играю. Я больше бездумно бегаю, чем стараюсь. Вообще никуда не годится. Можно забраться наверх и
вот сверху. Интересно, получится сделать такую фишку? Получилось. Ну же, давай иди сюда. Don't think you can hide from me. Kill her. Выбора нет, придется тратить. А не хотелось, очень не хотелось. Остался, безусловно, операционная по созданию механика. Замечательно. Можно спуститься вниз. Они здесь, наверное. Разобраться с ними со всеми, потом исследовать ОМГ. Сердца механика, механиков. Жутковатое место. Куда они делись, эти двое? Тех, кто проходил Биошок, все знают, что это очень странная штука, которая видит с помощью фонаря. И, судя по всему, ничего не слышит. Операционный театр. Сердце или нет?
Вот они где. Особо варианта не было. Отмычка. Так, я хожу кругами. Так, я взял какую-то запись. Я знаю, сколько кому не нравится то, что мы здесь делаем. Кое-кто утверждает, что наши исследования приносят вред и страдания. Но, друзья, позвольте задать простой вопрос. Неужели вы сделаете все возможное, чтобы обеспечить тем, кого вы любите, здоровье и защиту? Я хочу, чтобы ваши дети были здоровы. Унция профилактики лучше фунта лекарства. Не знаю я, какая там будет профилактика. А это, наверное, хирург, который работал с механиками. Тут Манфред. Детские страхи. Говорю тебе, Вильм, это что-то того, что лисы уже боятся кур. Если Финк хотел нанять громил, чтобы приглядывать за механиками, следовало убирать людей посмелее. Теперь они попрятались от этих недоделанных жестянок в свою крошечную караулку. Если тебе понадобится попасть туда во время смены, код 2847. If Fink was going to hire a bunch of goons to keep an eye on the handyman, he should have found someone less yellow in the belly. Now they're hiding away from Tin Man invalids in their precious little guard room. If you need to get in there on your shift, the code is 2847. For any damage or trauma that may ensure as a result of this operation. Да, в принципе, можно было путешествовать здесь с помощью вентиляции, никого не убивая. Но мне нравится убивать. Есть здесь кто-нибудь? Какой там код? Я все пропустил опять. 2847. Плохой? Ну, будем считать, что да. Неважно, кто это, если он убегает и у него красная полосочка, значит, он враг. Броненосец. И все. То есть я заморачивался со всеми этими людьми ради броненосца. Посмотрим, что у меня есть. Шумовой болт. 4 арбалета. Yeah.
Надо было идти сюда. Daisy sacrificed herself. Set me up to kill her. To turn me into what? To turn me into what? A killer. Yeah, well, mission accomplished. I'm no martyr. How did you do it, Booker? How did you? Elizabeth, I'm not Booker. Neither am I. Туда. Там есть нычка с кучей полезных вещей. И как туда попасть? Попасть туда можно. Туда. Сходим для разнообразия. Если это, конечно, в этой стороне. Да, это здесь. И тут нужен ключ. А еще там сидит мужик. Значит, кого-то надо замочить. Есть кто-нибудь? Нет, не открывается. А, там есть вентиляция. Если там есть вентиляция, значит, туда можно добраться. Если вход в вентиляцию там, в смысле выход, то вход должен быть где-то здесь. Но не здесь. Тогда вход должен быть на втором этаже. Потому что просто больше негде. Вот здесь вот. Может, я не очень внимательный, зато с логикой у меня все очень круто. Ха-ха. И вот мы добрались сюда. Adam Extraction. Сислак анатоми. То есть они засовывали слизняка в человека. Да. Вот он. Фу. Морской огурец. Что здесь еще есть интересного? 9 отмычек. Еще одна свинья.
Да, видимо, того чувака я убил зря. Но это абсолютно не подсказывает, как пробраться в то отделение. Но, видимо, проход в него будет где-то дальше. Emergency карантин, return to restation. Карантин, значит, карантин. Скорее всего, можно будет включить. О. Или никак. Большой папочка. Соловей. И большой папочка. Тогда у меня возникает вопрос, кого они засунули внутрь соловья? И это, кстати, объясняет, почему плазмиды и тоники похожи. Потому что это одно и то же. It all makes a kind of sense. The little sisters and the big daddies. Songbird and me. Constants and variables. Надо будет отключить. What is all this? Imprinting. That's a wire mother. If you separate a gorilla from its real mother, it will imprint on almost anything. Even that. Why would Fink care about that? Songbird. He wanted him to imprint on me. Well, if I recall, that was a problem he solved. Значит, соловья они засунули гориллу. Или шимпанзе. Или еще кого-то. Как я говорил, когда проходил Биошок, на некоторые вопросы лучше не знать ответы. А это собака. Видимо, они ее просто убили на записи видеокамеры. Может, они испытывали противогаз. Карантин. Меня напрягает слово карантин. Аптечка. Аптечку пока оставь. О-о-о. Они не заспиртованы. Fink couldn't get them to imprint, so I left them to die. Нет, они мертвы. Собаки. Собаки. И снова собаки. Я уверен, что после шимпанзе и собак мы найдем
imprinting failed. I can't be right. Clearly they formed a connection between Songbird and me. How? I was so young, I always remember him just being there. Они использовали ее мать, однозначно. Да. Человек. It must be a prototype or something. Is it a human? Does it matter? Hypnotherapy. On the Songbird. How'd that go? About as well as you'd expect. Страшная тайна. Booker, the little girl in the film. It's me. My God. I remember he'd crashed into the tower. I guess he was in some sort of fight. I waited there thinking I don't know that something would happen, but he just lay there moaning. I couldn't just the line with the thorn in its paw. So much for science. I should have just left him there to die. I should have just I will never escape it. Exploited, exploiting me, Comstock, you, Sally. It's like a wheel of blood spinning round and round. Персональные эффекты. Well, this must be the genetic sample Su Chong wanted. He sent you all the way back here for a sample of your own hair. He doesn't know I was once the child that imprinted on Songbird. But to him, all the answers lie in DNA. Men like Su Chong mistake an ounce of empathy for a pound of science. Time to go back. See if anything's worth reappropriating. Check for stragglers. Spread out. Super. Так и знал, что будет какая-нибудь фигня. Там даже есть вентиляция, можно избежать столкновения.
и спокойно. Здесь нет крюка? Нет. Теперь можно собрать Еву, аптечку, что там еще было полезного. Фиг. Мне пришло в голову, что это открытие, связанное с Алвем, позволяет по-новому взглянуть на мое сотрудничество с доктором Азиатом. Что еще мне может дать это партнерство? Какие ответы помимо тех, которые я и сам могу получить, слушай, он предлагает мне лишь объедки, а Еремею Финку нужен сочный кусок мяса. It has occurred to me that this breakthrough regarding the songbird casts my arrangement with the Oriental Doctor in a new light. What more could be gained by this continued partnership? What secrets that I could not answer for myself? Су Чонг can only offer table scraps. Jeremiah Fink has richer meat in mind. Много. What you got there? An armor. Just grabbing anything that looks halfway there. Можно было же никуда не сходить, а просто отрезать волосы. What do you mean? Right about now, I'm planning a pair of scissors in her back to protect a child she was never going to harm. She chose to die for her revolution. What about me? For all the endless worlds, all the infinite possibilities, did I ever even have a choice? Booker thought he did. Look where it got us. Right back where we started. All these infinite universes. And yet we end up just going down the same paths. Now I'll take your meaning. My father sold me to settle a marker. Comstock locked me up in a tower. And I sold Sally for what? Revenge to... prove a point? And yet, here you are, settling the debt. And say we find her. The old past their damage to the young. Isn't it too late for her now? Well, I'd say that's up to her to decide. Justice coming back here was up to you. Rapture runs on children. Little girls with gold growing in their bellies. I'm not gonna break any cycle. If I'm lucky, maybe I can dent it. Just a little. Это все жестокость людей. Ну что ж, это, пожалуй, самый сложный замок, который... Есть.
Я люблю, когда никого нет. Механик. Я не знаю, почему я назвал его шаттл. Так, давайте соберем все, что есть. И будем уходить. Да, здесь... Здесь была страшная битва с механиком. Самое сложное битва, по-моему, всех. Да, конечно. Deal is deal. Bring it to Su Chong. И обратно в восторг. But Juju. Pretty lady put hair sample in tube. Then business is finished. What's going on out there? Bloodshed, violence, but not relevant to our arrangement. И где же твоя пневмопочта? Не здесь. Put the sample in tube. Крайне непривычно возвращаться в восторг из Колумбии. Su Chong, we had a deal, now open! Do you know what they call someone who enters a man's home? Uninvited. A thief. And I do not remember inviting you into my city. I had a deal with Su Chong. Li Su Chong is my employee. It was not a deal he was authorized to make. What do you want? I granted Atlas and his thugs asylum. You served those same men in a desire to escape from my generosity. Ты ничего не понимаешь. Я не громила. Liquidation. Give a parasite an ounce of charity. You'll demand a pound. I'm just looking for a girl that was taken from me. A little sister. I don't claim to understand what you are. But I know that you are special. There is business we can do together. And so, I give you a choice. Work for me, or die with Atlas. I'm not going anywhere without that girl. If it's a little sister you want, that shouldn't stand in the way of commerce. I've got dozens of them. I won't leave without her. My men stand ready to take down the door. In 60 seconds, they will enter the room. They will either treat you as a valued employee of Ryan Industries, or as a thief in the night. Какой сложный выбор. 60 seconds. There must be half a dozen of them or more. I can use the plasmids as traps and seed the room with them. I gotta find somewhere to hide and surprise them. Take them down one by one. А у меня из ловушек только Дед Мороз. I'm scared. They'll underestimate you, Elizabeth. People always do. 40 seconds. You know what I see on your face? Uncertainty. Who is this girl to you? 30 seconds. Do you know the value of the shark? Without them, she would be littered with detritus.
weak. The men who come for you have much in common with those great animals. What sharks do for the ocean, these men do for rapture. 20 seconds. I will tell you something you already sense. Atlas does not honor agreements. Да, есть у меня такие подозрения. I cannot save yourself, but I can save you. По сути, у меня нет выбора. Time. Я не могу тебе доверять. You're not a hero. You're not even a parasite. You're just a room. And Andrew Ryan has no time. Вот это более хорошая идея. They'll underestimate you, Elizabeth. People always do. 40 seconds. You know what I see on your face? Uncertainty. Who is this girl to you? 30 seconds. Do you know the value of the shark? Without them, you would be littered with the detritus of the weak. The men who come for you have much in common with those great animals. What sharks do for the ocean, these men do for rapture. 20 seconds. I will tell you something you already sense. Atlas does not honor agreements. Andrew Ryan does. I cannot save your Sally, but I can save you. Сложено в океане. Time. Время для драки. You're not even a parasite. You're just a room. And Andrew Ryan has no time for rooms. Come on out. My full attention. You should have taken Ryan's deal. Но этот, слава богу, не устоял. Да. Играть в прятки — единственный вариант. Don't make me hunt. Don't walk right now. The world has just begun.
слишком быстро. I know you've done it. Ну лучше уж так. Еще один. А это уже перебор. Don't think you fly. You're still here, aren't you? There you go. It's time to go. Sharks, Ryan. The better man won. Isn't that the only thing you respect? Now let me the hell out of here. Sounds like all hell's breaking loose out there. What's your plan? I can't just place the particle on the ceiling. It would just tear right through it. But every building in Rapture was submerged into the ocean on a lunette ring, connected to the junction of its load-bearing supports. That's fascinating and all, but if you haven't noticed, Ryan sent his goons to murder us. If you're gonna pull a rabbit out of a hat, now's the time to do it. Looks like the structural junction is in Frank Fontaine's office. If I can get there, I can float the building. It so happens I've taken that bastard's office for my own use. I'll make sure you have access to the private elevator. Now hurry. Разберемся как-нибудь. Вентиляция наш друг. Отсюда можно решить, куда пойдем дальше. Нет, я лучше посижу в темноте. Where is she? Lady, you're working my last nerve. Fontaine Futuristics. Ну, точно туда. Not in the mood for this hide and seek. Down for the count. I know you've done it. Что у меня есть? Дробовик. Он меня потерял? Но я не буду его в этом разубеждать. There's supposed to be a brunette. Anyone seen her? Look around. О, нет. Практически нет патронов. Вернее, полно патронов, но нет транквилизаторов. Let's get this over with. Come on out.
Зачем? Зачем я все так плохо делаю, а? Как я позорно играю. You should have taken Ryan's deal. Зараза. Ладно. На самом деле, прошло уже очень-очень много времени. Мне просто не терпелось совсем разобраться. Я думаю, можно на этом серию заканчивать. И продолжить следующий. Это было прохождение Bioshock Infinite Burials эпизод 2. Всем пока и удачи!